Ученые впервые составили трехмерную карту Млечного Пути. Европейское космическое агентство опубликовало первый каталог, куда вошли данные о более чем миллиарде звезд нашей галактики. Хотя что такое миллиард в масштабах Вселенной? Эта трехмерная звездная карта создана астрономами с помощью обсерватории Гая. Она была запущена в 2013-м и уже через год и начала наблюдение. Вращаясь вокруг Солнца, телескоп измерил координаты скорости миллиарда звезд Млечного Пути. Все эти данные отражены в каталоге, который будет периодически обновляться. Ученые уверены, что эта информация позволит прояснить механизмы возникновения и развития нашей галактики. Телескоп Гайя является самым совершенным инструментом астрометрии. Он определяет расстояние между объектами с точностью, которой никогда ранее еще не удавалось добиться. Мы можем не только следить за звездами в нашей галактике, но и за ее пределами. Это позволит на еще один шаг приблизиться к разгадке тайны зарождения Млечного Пути.